Это короткое видео я посвящаю событиям субботы 9 декабря 2023 года, когда отмечался Международный день борьбы с коррупцией. Ну а как же? Ну должен быть в истории человечества день, поддержанный ООН, день борьбы с международной коррупцией. Международный день борьбы с коррупцией. Ну и международной коррупцией тоже. Оказывается, с декабря 2005 года, то есть 18 лет, как этот день отмечается во всем мире. Он вступил в силу в декабре 2005 года в связи с принятием соответствующей конвенции ООН против коррупции. Идея была у, как ни странно, мексиканцев. Была конференция в 2003 году международная о борьбе с коррупцией. Собрали подписи, все подписались и стали лоббировать эту всю историю в ООН. И вот потребовалось несколько лет, чтобы с декабря 9-2005 года этот день начал отмечаться во всем мире. В том числе и в России он отмечается. Ну, мы с вами впереди планеты всей. Тоже у нас коррупция ой-ой-ой сколько, это не секрет, все это знают. Она практически во всех странах существует. Кто-то ведет летопись в каждой стране, кто-то нет. Кто-то говорит, да нет, не бывает она у нас. Это порок человеческий, алчность. Стяжательство, алчность. Смертный грех, алчность. Поэтому тоже выпало на субботу это событие, 9 декабря. Значит, до декабря 26 года тема коррупции также будет на повестке дня. Значит, в этом году на субботу, в следующем на понедельник, потом на вторник и, видимо, бесконечно. К чему я еще это записываю? Владимир Владимирович после, само собой, удачных выборов в должность президента поведет нас не только в бой за победу в СВО, но и будет сражаться внутри с коррупцией на местах. Так что день международной борьбы с коррупцией станет у нас в приоритете и в 24-м, и в 25-м, и в 26-м. Это запрос народа навести порядок везде, с чиновниками в первую очередь, найти и поискать коррупцию в военных сферах, тыловых службах, само собой в МВД и так далее и тому подобное. Я уже не говорю про коррупцию чиновников на местах, в губерниях, в республиках. Это одна из программ, это мой прогноз, это одна из программ, которые непременно послезавтра Владимир Владимирович Путин озвучит на своем, значит, выступлении перед общественностью, избирателями, журналистами. Большая пресс-конференция. То есть тема коррупции там будет, безусловно, звучать. Так что готовьтесь, коррупционеры, будут вас трясти. Я это говорю и чиновникам. Это очевидный прогноз. Просто я воспользовался датой, я не знал, что такой день существует. Теперь я знаю, вы знаете. И не говорите, что вы не слышали. Так что теперь за всех таких нехороших дядей и теть возьмутся как следует. И ничего не поможет. Ни погоны, ни связи и все остальное. Будем наблюдать за этим. Вот то короткое видео, о котором я хотел сказать. Опять же, ставьте лайки, пожалуйста. Комментируйте. Распространяйте это видео. Жду на приеме. На сегодня все. Спасибо и до встречи.